Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Хочу вам показать растение, которое называется трихозант. С помощью этого растения можно вылечиться от язвы желудка, от гастрита, прочих кишечных заболеваний. Все очень просто. Его надо посадить. Растет он как огурец, желательно на опору. На сетку можно сделать такую вот опору деревянную, как я сделал. Огуречная сетка, он плетется, растет, вы его поливаете, убираете сорняки. Сегодня 23 сентября, куча спелых плодов. Вот такие змеи, это длинные плоды. Трихозант называют змеиный огурец. Он 100% лечит язву желудка. Представляете, вы можете у себя на грядке вырастить лекарство от язвы. Если вас мучает желудок, посадите и лечитесь. Зеленые плоды выглядят вот так. С них делают салаты, тушат, жарят. Это спелые. При созревании, вот видите, желтеют, потом становятся красными. В общем, как избавиться от язвы, я напишу в описании под этим видео. А также множество рецептов есть в интернете. Давайте сделаем обзор плода, спелого плода. Зеленый, что его показывать, как огурец. Длинненький, полосатенький, зелененький. А вот спелый посмотреть интересно. Обычно я их срезаю, плоды. А сегодня под руками нет ножниц, поэтому смотрите, спелый плод берете, вот так придавливаете и тянете. Смотрите, остаются такие вот веревочки, как китайская лапша. И плод сорвали. И покажу, что находится в плоду. Вот так просто его легко он разрывается. Смотрите, даже тут сок вот есть. Вот сок. Видите? Сок. Так вот, при язве желудка вам достаточно, они начинают созревать, трихозанты, с начала августа. Ежедневно есть спелые плоды. И вот сорвали один плодик. И вот эти ягодки все кушаете. Вот такая вот ягодка. Внутри ягоды косточка. Косточку вы оставляете. Вот, смотрите, я совсем немного этого мякоти. Это мякоти. Это косточка. Коричневая. Так вот, косточку вы оставляете и сушите. Вот вы ежедневно едите эту мякоть красненькую. Она сладкая. Похожа на вишню. Косточки сушите. И оставляете, отлаживаете его в пакетик. Куда-либо там в банку. И дополнительно потом сухие семена. Вот при язве, при расстройствах желудка. Берете 3-5 семечек. На кофемолку перемололи. Прям с вот этой шкарлупой серой. Внутри такая семечка, как тыквенная. Она такой ореховый вкус. Не противная, вкусная. И вот 3-5 семечек утром на голодный желудок съели, запили водой. Через 15 минут покушали. Вот 5 дней покушаете вот такие вот семена. И тоже у вас язвы не будет. Это если вдруг у вас будут проблемы зимой, что под рукой не будет такого плода. Я выращиваю 10 лет. Такое растение. Ну, а вот в плоде тоже, смотрите, такая каша. Она тоже съедобна, но немножко горчит. Для любителей китайской кухни она понравится. Вот смотрите, это мякоть. Просто под рукой нет ложки. Извините, что я руками прям беру. Прям как соус такой. С мясом, шашлычком. Достаточно вкусно. Необычно.
представьте, придут к вам друзья, и вы покажете, а у меня вот есть такой вот соус стрихозанта. Его не купишь в магазине. Нигде. Посадите стрихозант и забудьте о язве желудка. Также он лечит и другие заболевания. Вот я срывал, видите, висят нитки. Поможет трихозант при простуде, при ангине и много-много других заболеваний. В китайской медицине он очень распространенное растение, которое используется во многих рецептах от многих заболеваний. В общем, я не профессионал красиво рассказывать, но рассказываю как есть. На собственном опыте мы используем трихозант, помогает при многих заболеваниях. Даже листочки трихозанта лечебные можно прикладывать к ранам. Сок заживляет раны. Из листочков делают настойку при простуде. Множество рецептов, чтобы все рассказать, какой классный трихозант. Очень много времени надо. Поэтому поищите в поисковике, наберите трихозант, полезные свойства, вам выбьет куча рецептов. Так что сажайте. Он растет как огурец в любой местности, в любом климате он будет расти. Это очень редкое растение, у нас его еще не выращивают, но думаю, скоро будет на каждой грядке, потому что, как говорится, потому что это растение действительно крутое. Вон, смотрите, на земле лежат, покрутились. Его стоит выращивать. Сажайте. Делитесь потом семенами со своими знакомыми, родственниками, друзьями. Его надо срочно распространить по всей Украине. Вот такой вот трихозант.